Всем привет и добро пожаловать на канал Any Wonders. С вами Анита. И сегодня мы наконец-то посмотрим на бывших стражниц спустя, получается, 40 лет. Наша бедная Кэссиди, бывшая стражница воды, к сожалению, была убита Нерисой. Власть затуманила ее разум, и она никак не могла пережить, что совет решила дать волшебный кулон Кэссиди. Поэтому она решила с ней встретиться, но разговор дошел до сражения и гибели ее подруги. Так что Кэссиди теперь призрак, имеющий одинаковый вариант одежды для всех случаев. И это логично, поскольку призраки не могут дотрагиваться до вещей, передвигать объекты и так далее. Правда, позже Нериса вызвала дух Кэс, пытаясь заставить ее снова захотеть жить. Она использовала ее любовь к матери и надежду на то, что она никогда не получит. Таким образом, Нерисе удалось ее все же поработить, но освободившись от ее контроля, и после полной победы она смогла вернуться к матери. Ее жизненная цель, а также черты характера тоже заморозились. Она по-прежнему мечтает быть хорошим родителем, веселая, дитя океана и семьянин. А теперь давайте посмотрим на персонажей, которые все-таки изменились. Галинор, бывшая стражница огня, до сих пор владеет волшебной силой, поскольку она состоит в совете Кандракара. Когда Ян Лин увидела Галинор, она сказала, что годы добры к ней. Значит, она не так уж сильно изменилась. Оракул принял ее в совет Кандракара как раз-таки после распада команды. В мультсериале однажды Галинор испытала некий страх во время атаки на Кандракар. Она испугалась, что стражницы не смогут победить, и попыталась украсть Арамеры, чтобы стать квинтостражницей. А Нериса, собирая команду из бывших стражниц, спровоцировала эту брешь в ее душе. В итоге Арамеры впитала случайно Корнелия, став гигантской и суперсильной. А Галинор была порабощена злодейкой. В комиксе были представлены и другие волшебные миры. И к совету Кандракара обращались разные жители насчет своих проблем. Я решила продумать, почему бы гардероб для каждого случая не обосновать как традиционной одеждой, которая носится на той или иной планете. Например, Меридиане, Кандракаре, Замбале, Аридии и так далее. Я пока что не стану вас грузить, какой наряд для какой планеты, но я думаю, с ними мы ознакомимся чуть позже. Так или иначе, гардероб Галинор мне хотелось соблюсти в таких бледных, бежевых, золотистых цветах. У нее жизненная цель Эко-новатор тоже из молодости. Она по-прежнему скромная, добрая и энтузиаст. Следующей на очереди у нас идет Ян Лин, которая потерпела наибольших изменений. Она стала намного ниже и больше других похожа на бабушку. Когда-то она была стражницей воздуха, а после смерти Кэссиди ей было передано сердце, которое она отдала новому поколению. Она всегда старалась помогать стражницам, правда, не всегда все говорила заранее. Нериса тоже пыталась поработить Ян Лин, предлагая ей силу, юность и безопасность ее внучки, но та упорно отказывалась. И Нериса решила создать астральную каплю Ян Лин, чтобы собрать всю коллекцию. Гардероб Ян Лин я уже обозревала в видео с ее семьей. Вы сможете посмотреть его, перейдя по подсказке. В мультсериале у нее было крайне мало сил, она смогла только вначале создать голограмму всей волшебной вселенной, чтобы рассказать стражницам историю. А в серии, где ей пришлось трансгрессировать, она попросила внучку одолжить немного сил, так что я избавила ее от волшебства совсем. Ян Лин достигла своей цели, став шеф-поваром, также она веселая, добрая и гений. И следующей на очереди у нас идет бывшая стражница Земли. Кадма любит одежду цвета фуксии и фиолетовых оттенков, а также носит сандали. В молодости она возглавляла миссию стражниц в мире фиолетовых растений на Замбале. После смерти Кэссиди деревья, жители Замбалы отдали ей сердце их мира, помня ее бывшие заслуги. Так она и стала правительницей этой планеты. Когда Нериса напала на подчиненных Кадмы, та посчитала, что стражницы не смогут справиться со злом, и взяла все в свои руки, решив поглотить сердце Меридиана сердцем Замбалы. Гордыня стала брешью в доспехах ее души, и Нериса ее поработила. А после полной победы стражниц, Кадма решила вернуться на землю, отдав бразды правления жителям Замбалы. Ее повседневная одежда была вдохновлена образом из мультсериала, а несколько других я взяла из комикса. Кадма очень хорошо владела волшебством на своей планете. Она все еще приверженка цели жизни главарь и до сих пор одиночка, скептик и любит природу.
А теперь настало время показать вам злодейку второго сезона. Нриса, конечно, превратилась в очень стрёмную старуху. Находясь в пещере на горе Танос, вероятно, особо за собой не поухаживаешь. Хотя в комиксе, скажу я вам, она еще более пугающая. С Нрисой у меня была некая проблема. Я сначала надела на нее роботизированную руку из игры, потом зашла в касс, начала менять гардероб, уже забыла об этом. А вернувшись в игру, у меня оказалась все та же рука и отсутствие гардероба, который я так тщательно подбирала. Я уже все испробовала, и рука никак не снималась. Так что пришлось создать Нрису заново. Ну хорошо, хоть была ее молодая версия, которую нужно было только состарить и поменять гардероб. И я нашла подходящую для нее металлическую руку. А еще цвет глаз у нее в старческом возрасте стал желтоватый, прям как у кошки. Это ее несколько ободранный повседневный образ. Также у Нрисы были замечены клыки. Кстати, у них с Кадмой сейчас одинаковые посохи, поскольку у меня только такой был вариант. А других палок добавлять в игру мне как-то не хочется. В костюмах одежда смерти, чтобы совершать злодеяния незаметно. Черный, серый и красный стали в гардеробе Нрисы основными цветами. Также, учитывая, что она много лет провела в пещере, у нее сохранился старомодный вкус. В этом костюме для дайвинга я представляю, что она по каким-нибудь жутким глубинам океана ищет сердце этой планеты на самом дне. На самом деле рождается много идей, как это все можно дофантазировать, но отходить от канона как-то не хочется. Если бы Нриса по мультсериалу не была заточена в сердце Меридиана, я думаю, она продолжала бы поиски новых талисманов, чтобы стать самой могущественной колдуньей за всю историю. У нее все еще цель жизни враг народа, черты злая, самоуверенная и гений. Очень надеюсь, что вам понравилось перевоплощение персонажей и видео в целом. Если да, не забывайте поставить лайк и написать свои впечатления в комментариях. Обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Огромное спасибо всем за просмотр, до новых видео и пока!